Что за белые цветы, не знаю. А вот здесь вот. Вот здесь вот текла вода. А, текла вода, такая протока. Такая протока. И выходила вот она. Вот сюда, в эту протоку. Ну, это я не знаю. Давно это, наверное, было. Конечно, устье Косинги как-то оно невнятное. Как всегда, пена и все остальное. Да. Черемух, это как пахнет здорово. Прям вообще здорово. Вот она. Речечка. Что-то треснуло в кустах. Увидим, нет, сейчас эти вроде бы эти играют. Хорюзята маленькие. Комары вон летают над поверхностью. Они их бах-бах хлопают. С нами уже снялась. А вон сыграла. Ага. Затопляемая часть здесь, поэтому тут особо травы не растет. А ее нету черемши здесь. Где она? Где черемша? Ну покажи пальцем. Белая это леспедеция. Тут валом черемши. Ну это какая вот, она какая-то узкая, тонкая. Что это за черемша такая? Вот это вот. И она несъедобная же. Съедобная. Нет, несъедобная. Она узкая, это какая-то другой сорт. Черемша. Фенотип совсем другой. Вот вон. Под это у вас, наверное, уже. Плохая, наверное. Нельзя такую есть, черемшу. Птицы поют. Это вот цветет что-то. Липа. Не липа. Нет, конечно, не липа. Мед какой, говорит, липовый. Вот так вот. Вот она. Наша сутара. Речечка. Относительно чистая. До сутары, конечно. Начало июля, блядь, а заросли такие, как будто бы. Травы, да, много боярка будет там, говорит. Он уже боярышник. Ягодки такие большие дают. Где? Боярышник? Вот на устье. Сторона там. Боярышник. Это не одна, там много таких. Видишь, ягоды. А, ну это зависть, да? Ну, да, уже ягоды. Ягодки уже есть. Так какие они только цветок отцвел? В той сумочке. Ну, сейчас скажу, что тут идти-то. Вот он, сторонник. Да. Ну, конечно, наверное, как половина бушумной. Но устье у него впадает хорошее. А наш поплавок пока радости нам не принес. Я ну, пока. В воде бы жил чисто, а? Общий вид сделаю. Сейчас попробуем вам эту камеру принести. Посмотрим, есть тут рыба вообще в принципе или нету. А это телефон далеко, если что? Ну, у меня тоже. Тут идти медленно. Ирисы-то какие красивые. Да, прям вообще красивые. И еще одна парочка. А это у нас шиповник цветет. Да, а пчел не видно. А пчел нету. Еще раз ирисы. Такие на ветру все ирисы. Чуть-чуть уже, конечно, поникли они. Но вообще красивые. Да, сороник, конечно, не радует. Наличие обилия рыбы. Тучки будущее. Завтра в это время будет страшный дождь. Ну, большой, сильный. И марь такая. Че, пойдем?
В русской вода гораздо чистее, чище, чем на это, на Костенге. Конечно. Шиповник. Ну, вот так вот он растет. Идем мы по лесу. По одному из руковов русской. Сейчас до перехода, переезда вывершим метров 300. Там рыбалка начнется, может быть. Может нет. Скорее всего, конечно, нет. Тут такие тропы натоптаны. Так, вот он, зимник. Зимний, который переходит на реку Русская. Да. Вот он такой. Очень много этого дерева здесь. Горю он там, слив хороший, открытый. Это видно. Конечно. А сюда перечный пошел. Она сделала на слибу идти. Вот так вот по речке идем. Сейчас на ту сторону надо переходить. Ничего нету, рыбы. Паводок, наверное, был. Все вверх ушло. Да. И нет больше рыбы. Надо ждать, пока вода упадет. А сейчас она долго не упадет. Идешь, не понять. Да, ну вот здесь дно не глубокое. Нормально, можно пройти. Эх. Наш долбанный муссонный дальневосточный климат. Резко континентальный. Здесь просто эти ведра. Вот, русские. Да, начало июня. 13 июня. А трава уже выше пояса. Да, что-то не очень много, но сытая рыба стала. Нет, как ты?